Называется оно «Обнялись двое на причале». И я не знаю, почему в юном нежном возрасте я написала такое стихотворение. Вроде бы конца света мы начали ждать с вами, ну, где-то пару лет назад. Так. Вообще это происходит время от времени. Вот недавно мы пересматривали «Собачье сердце», и там есть момент, где выходит прекрасная такая там кухарка, говорит: «Истинно говорю вам, налетит земля на небесную осень». То есть вот это ощущение какой-то катастрофы, которая может разразиться в любой момент, оно присутствует в нашем с вами коллективном сознании. Может быть, это навеяло мне такое стихотворение, так или иначе. В этом сборнике оно есть. «Обнялись двое на причале у отплывающей земли, и все молчали, и намолчаться не могли. И в том молчании стали б грубы слова, обычно мелкий ссор. И в том молчании только губы вели негласный разговор. Покачиваясь у причала,